От лесозаготовки, выпуска фанеры, ДСП до производства высокохудожественной мебели из массива. Это все Профандок. Предприятие – флагман белорусской деревообрабатывающей промышленности. Почти век не изменяет своим традициям и, как говорится, держит марку. 2021 стал сверхприбыльным. Доход – почти 22 миллиона рублей. Экспорт вырос на 72%. Сработали мы удачно. С рентабельностью продаж 28%. То есть это очень хороший показатель. Соответственно, это позволило нам еще больше модернизировать производство. Мы приобрели линию лесопиления, которую сейчас монтируем. Мы приобрели новый сушильный комплекс для фанерного завода. Ну и также начали модернизацию мебельного производства. Что касаемо последнего, здесь уже вложили более 1,5 миллиона рублей. Установили современный присадочно-обрабатывающий центр. Плюс новое шлифовальное, строгальное оборудование. Станки немецкого и итальянского производства. Высокоточные, скоростные. 5-координатный обрабатывающий центр, который позволяет производить обработку в 5 степенях свободы. То есть фактически он может футбольный мячик вырезать при одной установке. Еще нарисовать разные рисунки по периметру, вокруг и вырезать любые отверстия. То есть фактически может делать то, что человек руками. Новое оборудование – это не только оптимизация затрат, повышение качества, но и глоток свежего воздуха для пустующих площадей. Производство станет более гибким. Появится возможность запускать на одном потоке разные виды продукции. Одним из перспективных направлений – станет открытие участка по выпуску стульев. В настоящий момент происходит монтаж технологического оборудования. Параллельно прорабатываются рынки сбыта. Это позволит нам не только расширить ассортимент выпускаемой продукции, но и углубить переработку древесного сырья. Фандок славится своей мебелью. Бобруйская продукция пользуется спросом как у отечественного покупателя, так и за рубежом. Дополняет интерьер жителей Германии, Дании, Болгарии, Польши. В фирменном магазине представлена вся линейка, исключительно из натурального дерева – сосны, ольхи, дуба и березы. Такие двухъярусные кровати особенно популярны у родителей. Мебель из массива сосны экологична и, что самое главное, гипоаллергенна. Плюс широкая лестница, что не составит труда забраться наверх. Цена 527 рублей. Фандок сегодня – это современное многопрофильное предприятие, которое занимает площадь в 44 гектара. Включает в себя 5 производств, на которых трудятся 1300 работников. Здесь не только сохраняют традиции, но и приумножают их. За 2021 зарплаты увеличились на 15%. Загрузка на полную мощность. Впереди грандиозные планы. Остается только работать. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.